Вау, ребят, я не знаю, вы просто лучше. Я вас всех люблю и обожаю. И я вас всех ценю, и хочу, чтобы вы об этом знали. Спасибо за 1000 подписчиков. Эту цифру мы набрали вместе с вами. И надеюсь, что 1500, 2000, 10, 100 мы наберем так же легко, как эту 1000. Хотя для меня она была совсем нелегкой. Прошлый мой ролик показался мне не таким, как я хотел. И почему-то мне кажется, что вот чего-то в нем не хватало. Над этим видосом я поработал намного лучше, как мне кажется. И жду от вас поддержки в виде лайков и подписок. Не забывайте оставлять комментарии, я их все читаю и лайкаю. Также я считаю нужным отдельно сказать об этих вот двух пареньках. Эти парни всегда меня поддерживают монетой. Огромное вам спасибо, это тоже очень важно. Спасибо, что смотрите, спасибо, что со мной, спасибо, что поддерживаете. Ну и долго затягивать не буду. Желаю вам приятного просмотра. Нахуй убил его, блядь. Сансет. Да забей, пошли. Ты че возле меня? Бей его. Сейчас убью. Да, да. Найс стоит АФК, блядь. Винди! Это. Винди, это. О, у него болт. Это тиммейт его? Летай. У нас было очень много непотраченной взрывчатки, поэтому мы искали соответствующий дом. И единственный на моей памяти был в зиме, куда мы, собственно, и отправились. Это, кстати, был онлайн-рейд, и достаточно даже неплохой. Батя, жмете, парни. Переходишь в апс. Топливо есть? Кстати. А, да, да, да. Фармеры по-любому. Че ты тут сел, дурак? А, понял. Надо фастом РБ вешать. А тут что? Поле? На то. Ладно, я их пошел. А, пошел? А, тут изи. Заебись, Коля. Ой, спасибо за пристроечку, слушайте, пацана. Давайте, давайте, слушайте, по дверям, мне кажется, у меня дверь открыта. У меня дверь открыта. Думаешь? Я бы взрывал вот сюда, вот куда-то. Давай, давай, ладно, давай. Окей. Вот сюда. Сколько сердца? Три ракеты. Парни, а вам видно, где скрывали? Вон, их двое. Него никто не стреляет. Справа это где справа? Просто прыгай, уходи направо в лутовую. И лутать можешь спокойно мой труп лутать. Максимально спокойно, забей там. Там он дальше, дальше моего трупа. Окей, сишки, топливо, все, ракеты. И все, и улетаешь. И все. Бля, самое тут... главное, это порох и взрывчатка. Ага, и он долбоеб с блочным, блядь. Чё ты делаешь? На трап ломаю. А, понял. Я спрыгнул сразу, просто ебанул ракетой. Чё даже не среагировал. Ебать, у нас тут все в гробах. Окей. Сто тысяч серы
и 80 тысяч пороха. Это был просто нереальный окуп. Когда мы слетали уже домой, скинулись, я услышал взрывы и пошел на них. И наткнулся я, знаете на кого? На того самого школьника из Real Life. И мы хотели их бахнуть, мы очень хотели их бахнуть. И еще был один вспомогающий фактор тому, чтобы желание бахнуть их было еще больше. Потому что их сосунок сидел на крыше с пулеметом и крыл всю территорию вокруг домика. А таких гадов нужно выселять, которые сидят на крыше. Сушка взорвалась со слитом. Никмар конченый еще. Ебать, по мне пулеметчик зажал. А, он на крыше сидит. Клоун. Где он, на своем доме, на дороге, типа? Он левее от этого дома. Блять, опять этого он на лоу хп оставляет. Хуёвый из себя пулеметчик, друг. Найс, я положил. На КД посидишь? Клоун, боже мой. Взрывчатки у нас было достаточно, чтобы пронести их дом насквозь. С одной стенки зайти, со второй выйти. Поэтому мы сходили за сишками и ракетами и начали выселять дауна. Боим повесить было бы круто. Ну ладно. Ну с кайфом, дружище. Вот и поспишь. Что-то курил, не? Ага. Все? Что это за хуйня? Медики. Там гроб у них. Здесь прям снова трап. Тут металл плавится везде. Сера есть. По 2000 в каждой печке. Четырнадцать кассера насобирал. Слышь, МБ, я буду вот туда вниз бахать, в гаражку. Тут райдишь, блядь. Я не знаю, что там. Там двери. Там дверь обычная стоит. 7 штук на киле. 3. Я по-моему, не знаю. Хорош. Я кого-то убил. Хорош. А, его, походу. Там все открыто. А там лутовая, по-моему. Да. Не? Он говорил, что там сюрприз какой-то. Так что аккуратно, надо добить эту гаражку. Блять. Убил его там, да. Ювелирная работа. Че дальше-то? Да. Есть. В диких джунглях. По дому. Он залазит, залазит, чел. Он дерево рубит. Я двоих там уебал. Я со золотами спать потребую. Короче, сейчас. Так, я спустился. Там ты рабочий, вроде видел, не внизу. Был? Тише. Ебать, я тут что-то сломал.
Дохуя угля. Они основу с собой забрали. Тут только уголь был просто. По гаражкам носят основу. Пешки. Да? А вы не заебались там, блядь, по гаражкам носить клоуны ебаные, а? Нахуй. Он убегает, убегает. На 190. Я не вижу. Он убегает, чел. Не факт, что это он. Бежим, бежим. Он, это он. Он тупо бегает, блядь. С ресами. Клоун, боже, блядь, это пиздец. Три хита ему дал, он нужен был. Лучший. А, это не он, походу, на туре, блядь. Дэнди. Кто такой Дэнди? Чувак! Живи, живи, живи. 20 фишек. А, парни, нихуя не поймете, сори, как бы. Поимели уже. Упс, 5 фишек. Боже. У тебя есть лестница? Блять, мы закончим этот вайп когда-нибудь. Просто скидываем все. Посмотри, блять, сколько у нас фишек. Мы пришли к ним под дом послушать, что они нам скажут. Ладно, удачи, клоунская девочка. Переноси лут и дальше. Удачи, блять, мамку твою ебал, удачи, нахуй. Ой, что такое, что такое? А почему рот в говне, чувак? Почему рот в говне? А чё у тебя в конче, нахуй, я не понимаю. Он за стену. Понял. Заглатываешь, блядь, или нахуй? Да. С пулеметиком, посиди на крыше, поотсасывай, клоун. Мы так пулемет не забрали, да? Полторы минуты. Чел, я беру 10 сишек и иду его, блядь, нахуй выселять полностью. Как тебе идея? Я ему добахать хочу все. РБ вешаю. Куда направо? Направо стенку. Да похуй. Ебать, они тут буров скинули. А, это бензопилы. Ебать, чел, они тут... Шо? Да с этого своих скинули. Там просто куча такая лежит. Турели, сеты, блять. Гаражки. Парни, выходите, конфеты пособирайте там. Ревики посейвите, да, блядь. А что вообще сверху там происходит? А куда они будут деваться-то? Тут все открыто. Он граф открыт. Чел, накидай. Накидай. Да. Я его с этой стороны ебнул. Долб***б. Ебать! Ну тут... Не то, что, блядь, он сказал про серу, но тут приятно. Половина. Клоунская душа. Он что-то хотел лутать? Да, у них есть еще один дом. Определенно. О, он тут еще чуть-чуть принес. Спасибо. 25 батиков на калаш. О, так он тут все насквозь открыл. У них нету дома больше. Мы отняли у них все, что могли. Застроили им дом и задеспавнили весь мусор. На этом мы свой вайб закончили. А парням я только пожелаю крепления. Крепитесь, парни.